Закончился наш длинный интересный сериал. Вновь утро на реке, туман покрыл землю одеялом. И лишь при мановении ветерка, простите, и лишь при мановении ветра тростники шуршат и открывают двери к неземным порталам. Сие шуршанье можно лишь услышать в полной тишине. Пожалуйста, любимый зал, позволь услышать и, возможно, и увидеть это чудо.